Вы прям командой выступаете, да? Все меня слышите, да? Добрый день, коллеги. Мы, значит, наш как проект, мы в этом проекте принимаем участие представители Якутского, Уральского, Тобольского и Ногайского районов. Это мой конце, скажем. Значит, изучив вопрос с коллегами, для... Так, я сейчас вопрос для реализации проектов развития территории мы считаем не хватает, во-первых, финансирования. Все мы знаем, что финансирования недостаточно для решения вопросов местного значения. Отсутствие специалистов – это квалифицированных специалистов считается. Например, медиков на территории, учителей. Культуры, специалистов, всех специалистов, которые обслуживают население. Затем, активность населения. Население у нас стареет, и молодежь не остается на селе. Опять же, это выходит на следующее непривлекательность территории для инвесторов. Отдаленные территории. Нет дороги. Еще если, я как на своей территории, у меня там и ФАП, и культура развивается, но некоторые территории, они и этого не имеют. Кто останется? А каких квалифицированных специалистов, если нет дороги? В которой нет жилья, не строится, газа нету, хлеб не возится, я послушала, в некоторых поселениях даже этого нет. Хотя мы в Уварском районе самая отдаленная территория Красноярского сельского поселения. И я считаю, что мы живем неплохо, кроме как дороги. Из-за дороги все проблемы, мне кажется. Была бы дорога, было бы развито сельское. Да. Заходили бы инвесторы на территорию, были бы рабочие. Территория располагает к развитию сельского хозяйства, к развитию вообще услуг всяких бытовых. Но дорога сверкает. Значит, у нас опрос проходили от 45 до 55 лет. И мы сделали вывод. Девиз. Формировать комфортную среду для проживания. Спасибо. А вот 45-55 это вот возраст, кого вы опрашивали? Да, опрашивали. И тоже видно, что муниципальное управление тоже стареет. Стареет. Да? Опять же, молодежь не хочет остаться. И опять же приходим к финансированию. Да, понятно. Постоянная оплата. Понятно. Спасибо. Проблематизировали. Хорошо.